Черкесске прошло открытое первенство республики по тэквондо среди юношей 2010, 12 и 14 годов рождения. Спортивные соревнования посвящены памяти нашего земляка, героя СВО Дениса Петровича Вельхова, погибшего при выполнении боевого задания. За проявленный героизм Денис Петрович указом президента посмертно награжден орденом мужества. Ахмат Халкечев продолжит. Открытое первенство собрало большое количество сильнейших тэквондистов в своих весовых и возрастных категориях со всей республики. Звание сильнейших в 10 весовых и 4 возрастных категориях оспаривает свыше 100 юных спортсменов. Надеюсь, все те, кто здесь на этом первенстве будут занимать призовые места, потом на других турнирах более высокого ранга покажут результаты или будут представлять нашу республику или даже, может быть, Россию на турнирах международного уровня. В соревнованиях участвуют юниоры, мальчики и девочки 2010-2012 годов рождения, а также младшие юниоры уже 2013-2014 годов рождения. Свежими впечатлениями об уровне подготовленности соперников и о том, что ему помогло провести обе схватки в своей весовой категории с отличным результатом, с нами поделился один из наиболее перспективных воспитанников Тимура Кемрюкова Рамзан Ахметов. В первой схватке я победил уверенно. Во второй чуть-чуть было тяжело, но я тоже справился. Я выиграл эту победу, потому что я хорошо тренируюсь в зале. И мои сокомандники меня тоже поддерживают. За состязаниями, посвященными памяти нашего легендарного земляка, следили и его сослуживцы, друзья и близкие. Вспоминая о том, как выбрал сын себе службу родную, отец героя Петр Андреевич отметил, что защищать людей и страну любить в семье его учили с самых ранних лет. Хотел бы поблагодарить всех организаторов сегодняшнего мероприятия за то, что помнят и не забывают наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Я думаю, что при таком активном содействии наше сообщество будет всегда крепким, здоровым, и победа будет за нами. Действительно достойный человек, и увековечивание памяти таких людей не только в республике, а вообще по всей стране – это необходимость. Свою судьбу с воинской службой Денис Петрович связал сразу же, как окончил школу. Сперва отучился в Рязанском военном институте, затем продолжил учебу в высшем командном училище ВДВ имени Маргелова, а после окончил Санкт-Петербургскую военную академию имени Хрулева. Служил в горной мотострелковой бригаде «Сторожевая-2», прошел путь от командира взвода до командира роты, от лейтенанта до капитана. В специальной военной операции принимал участие с самого первого дня. К сожалению, в августе 2022 года пал смертью храбрых при выполнении очередного боевого задания в районе Новой Каховки Запорожской области. Награжден орденом мужества посмертно. Ахмат Халкечев, Ренат Муков, Вести Карачаево, Черкесия.